Следующий рассказ, как к нам попали дети, это Семен. Мой красавец, танцор, шикарный. Мы очень долго с ним находились в отношениях фонд подопечный, потому что Семен у нас проходил именно как подопечный Дома Милосердия. Сначала у него были проблемы с папой. Он очень сильно болел, он полгода лежал в больнице и оформил доверенность на наших нянь. Няни с Семеном занимались и в школу водили, все-все делали, что нужно. Но потом папа умер, а мама лишена родительских прав. И в итоге Семен остался тоже у нас. Потому что мы привыкли, просто до милосердия это настолько неразлучный как бы со мной, я не знаю, не проект, это часть моей жизни, но это сама я создала вообще все это. И поэтому ребенок, который там находится в трудной ситуации, мне не безразлична его судьба дальнейшая. Я стараюсь отслеживать, у кого как сложились отношения с обществом, если мама находилась в реабилитации. Какие проблемы, кто-то остался нашим подопечным. Ну, вот кто-то так попал ко мне в семью. И для кого-то я мама. Чунь-дюнь! Всем хорошего дня. Что я сегодня расплываюсь от дождика.